Итак, мы начинаем четвертый ход. Первым игроком у нас становится Мари. В фазе передышки мы ничего менять не будем. У нее нет никаких заклинаний, ни вещей, которые надо восстанавливать. Переходим к Жаклин. У Жаклин мы тоже в фазе передышки ничего не будем менять, но восстановим карабин. Жаклин у нас потеряна во времени и пространстве. Давайте перевернем ее, чтобы знать, что в следующем ходу она вернется в игру. А этот ход мы проведем исключительно с Мари. И весь ход будет состоять из сражения с Бьяки. Во-первых, модификатор ужаса минус один. Воля у Мари равна 2. Давайте бросим одну кость. Маленькую или большую? Маленькую или большую? Давайте маленькую бросим. Нам не повезло, к сожалению. Придется, Мария, тебе распрощаться с одной единицей рассудка. Так. А теперь мы вступим с ним в бой. 0 + 3 от ножа. Это у нас уже 3 + 3 от основного показателя боя. Это 6 костей. Значит, я брошу сразу 5 больших и 1 маленькую. У нас 2 успеха. Достаточно? Достаточно. У него только 1 капля крови. И у нас нету никого. У нас никого нет в локации Архама, поэтому мы пропускаем фазу контакта в Архаме. Фаза передвижения у нас состояла в том, что Мария сразилась с Бяки и победила. И мы также пропускаем фазу контакта в иных мирах и переходим сразу к фазе мифа. Так, смотрим. Так, портал в неназываемый. Это уже 5-й жетон для Глаки. Давайте посмотрим, что за монстр и что за... Так, портал ведет у нас в страну снов, а монстром у нас будет культист. Так, культист. Будешь ли ты передвигаться, сволочь? Нет, он останется на месте. Зато у нас передвинется волшебник Уотли по белой стрелочке, потому что он круг. О, слава богу. Белая стрелочка не ведет в воронку. Давайте передвинем это чуть-чуть. Вот что приходится делать, когда мало места. Так, и он выходит у нас на... Ай-яй-яй. А вот отсюда он уже точно попадет в воронку. Вот ли придется тебя побить. Причем как можно оперативнее. Так. Все монстры в центральной части города, как в локациях, так и на улицах, возвращаются в пул монстров. И улика появляется в лесах. Давайте-ка добавим улику в лесах. А в этой части города... Вот она у нас. Даунтаун. Центральная часть города, так называется, в американских городах. У нас монстров нету. И так как эта карта типа заголовок, она уходит под дно карт мифа. И на этом 4-й ход заканчивается.